Филиал Мариэл и Чувашия Т-Плюс доводит до вашего сведения, что с 8 утра 15 мая до 7 утра 17 мая будут проведены гидравлические испытания трубопроводов, магистральных и квартальных тепловых сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения в связи с производственной необходимостью. Для исключения подачи испытательного давления в системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий и сооружений и их повреждений планируется отключение горячей воды.